Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с руководителями образовательных учреждений высшего образования и профессиональных образовательных учреждений республики. Система образования республики получила высокую оценку премьер-министра России Дмитрия Медведева, вице-премьера правительства Ольги Голодец и министра образования Дмитрия Ливанова. Михаил Игнатьев отметил, это результат совместной работы. В Чувашии, несмотря на все экономические трудности, финансирование сферы образования не сокращается. На эти цели направляется 1/3 бюджета республики. Участники беседы озвучили свои предложения о сотрудничестве образовательных учреждений с предприятиями республики, а также подняли тему улучшения качество образования. У нас есть полное понимание, и, в принципе, есть еще все инструменты взаимовлияния друг на друга, как начиная общее дошкольное, общее СПО и вузы. Мы сегодня выстраиваем такую вертикаль для ученика, прежде всего, траекторию, чтобы у него была возможность обеспечить преемственность детского сада, школа, СПО, вуз, сделать так, чтобы эта траектория была для всех понятна и прежде всего для вузов, потому что окончательной финишной траекторией все равно является получение высшего образования.